В воскресенье Россия готовится отметить День матери. Несмотря на то, что официально праздник появился относительно недавно, чествовать женщину-мать и проявлять к ней уважение – традиция, уходящая вглубь веков. Женщины-матери всегда играли и продолжают играть важную роль в развитии человечества. И вряд ли такое положение изменится в ближайшем будущем. История России сохранила немало славных женских имен матерей, подаривших миру великих ученых, государственных деятелей, поэтов, актеров, музыкантов. Особое место в этом списке занимают матери, воспитавшие настоящих героев. Всем в Чувашии известна Татюк Кинемей из Маргаушского района, проводившая на фронт шестерых сыновей. До сих пор с огромной нежностью и благодарностью вспоминаем мы Анну Алексеевну Николаеву, чей сын стал покорителем космоса. Тысячи женщин сами стали героинями войны и труда, оставаясь при этом любящими и заботливыми матерями. Дороже мамы в жизни ничего нету. Ни за какие ценности, я имею в виду, за золото, за серебро, за платину, за миллиард рублей невозможно купить теплоту, доброту, милосердие, ласку и доброе сердце мамы.